А вот я вернулся. Нахожусь на дамбе, на запруде. Теперь я поворачиваюсь назад, туда, где была Василиса. Вот она где идет, по логу. А там дальше Новозоринский околк. Новая Заря колхоз назывался, отдельная бригада Новая Заря. И теперь передали это Ярмошишинским, Гурьевским. Вот они на покос выехали, технику на ночь поставили, уехали, чтобы с трассы не было видно. Там трасса. Столбы идут по горизонту, видно даже, как я проведу, больше не приближаю. А что с нашей стороны видно их технику, это их не беспокоит, знает, что тут никто еще не возьмет. Вот, хорошо. Повторюсь, идет. Он подъезжает, вывалит вот такие гряды, потом притопщит. Конечно, вся эта грубая работа, но как по-другому? Вот он, уперся. Мы перемычку сделали, чтобы подниматься ему из верхнего грунта, с травой, с крапивой. И он прошел, а там внизу он тонуть начал-то и не смог больше. Ну, сейчас я покажу, как он дальше делает. Туда, в ту сторону, вот тут едва держатся комки, но по-другому никак нельзя, просто никак, или не делать, или делать. Но мы здесь на полметра-то свободно поднимем. Вот я сейчас даже спущусь, да что спускаться, и так видать. Никита, где у нас бывший сток был, он его сейчас заваливает, вот он рядом работает. Никита, это далеко не тот человек, который был в прошлом году. А почему у него лучше, по слышам, у Виталия? Виталий медлительный и ленивый. А Никита расторопный, он бегает как лось в лесу. Пошлешь, он туда идет. Ну и всякое неправильное действие, старался из них вытрясти. Видишь, он как работает. Любой рабочий скажет, что нормально работает. Он забрасывает. А Виталий нет, он будет стоять рядом, смотреть. Ткнул его, что-то сделает. Нет, значит, вот разглаживать там этот цемент, где отмостку. Это он еще может разглаживать. А чтобы привести быстрее, это нет. А может ли? Никак. Никита был допущен до крещения, Виталий не был. То есть очень большая разница. Этот разведенный Никита, этот Виталий, а этот свободен. Никита многое знает, что, чего тот не знает. Не знает. Красивые, интересные, содержательные фильмы смотрим. Очень содержательные фильмы. Все смотрят, Никита смотрит, Володя. Виталий нет, он не нуждается. Не смотрит? Это развития никакого нет. Ну вот мы работаем, Бог даст, может быть, тронется.